Добрый день! Всем привет! И снова мы на канале Ева and Mira Kids Club. Девочки поздороваться с вами не могут, так как сильно заняты делом. Мы пришли в скейт-парк. Ева замечательно ездит на роликах, но свое искусство все время усовершенствует. Вот она сидит наверху, немножко, наверное, боится, мы боимся еще сильней, но сейчас она как-то слезет или съедет. Мирослава на самокате решила не отставать от взрослой подружки, решила, что это скейт-парк. Это самокат-парк, поэтому она осваивает все небольшие горки, на которые можно залезть и съехать при помощи самоката. Вот. О, Ева, какая молодец. Съехала вот с огромной горки, мне аж чуть сердце не стало. В следующий раз буду брать таблетки. Ева на мама стоит и боится еще больше. Так, мой ребенок карабкается, Мирослава. Вот, доехала наверх. Сейчас, опа, и съехала, горда собой, подняла ножку. Все прекрасно, жизнь прекрасна. Поэтому покажем это видео папе, маме и всем вам. Видите, парк новый, ралледром новый, несколько горок. Доступ сюда свободный, поэтому сюда можно приходить и отдыхать, и прекрасно проводить время, хоть каждый день. Вот, Ева идет на новый круг, разгоняется. И съезжает с очередной горки. Честно говоря, мне это понять трудно, как это делается. Но мне очень нравится. Мирославочка чуть-чуть подрастет, и мы ей обязательно купим ролики. Но пока пусть ездит на самокате. Так, опять продолжаем. Въезжаем на горку, правда, к нам спиной. Сзади чьется Ева, разгоняется. И сейчас опять возьмет высоту. Раз. И мы уже наверху. Высота взята. Сейчас Ева чуть-чуть отдышится, помашет нам ручкой. Вот. И поедет вниз в каком-то головокружительном прыжке. Молодец. Мирослава решила, что одной горки ей мало. Она поехала на следующую. Вот я стою и боюсь, что она сейчас с нее свалится. Ну, надеемся, что это не произойдет. Не произошло. Правильно, Ева, не произошло. Ну, то есть. Поэтому мы замечательно проводим тут свой выходной и говорим вам до свидания. И напоминаем, чтобы вы подписывались на наш клуб Ева and Mira Kids Club и ставила нам лайк. Пока-пока!